делать паузы в словах, произнося и умолкая снова, чтоб лучше отдавалось в головах значение вышесказанного слова. Давайте делать паузы в словах, давайте делать паузы в пути, смотреть вокруг внимательно и строго, чтобы случайно дважды не пройти одной и той неверною дорогой. Давайте делать паузы в пути, давайте делать просто тишину. Мы слишком любим собственные речи, и из-за них не слышно никому своих друзей на самой близкой встрече. Давайте делать просто тишину. И мы увидим в этой тишине, как далеки мы были друг от друга, а думали, что мчимся на коне, а сами просто бегали по кругу, а думали, что мчимся на коне, как верили, что главное придет, себя считали кем-то из немногих и думали, вот-вот произойдет счастливый поворот твоей дороги, судьбы твоей счастливый поворот. Но век уже как будто на исходе, и скоро без сомнения пройдет, а с нами ничего не происходит, и вряд ли что-нибудь произойдет, и вряд ли что-нибудь произойдет. Давайте делать паузы в словах, давайте делать паузы в пути, делать просто тишину.